Мои дорогие пользователи, сегодня вас ждет шикарнейший обзор. Про все эти часы я уже снимал. Итак, давайте просто пройдемся по ним. Я скажу, что здесь классно, что здесь не классно. И вы для себя выберете, их можно купить у меня в Украине. Тут есть олеофобка. Она практически не оставляет отпечатков. Это шикарно. Тут их нет. Тут закрытый механизм идет под стальной крышечкой. Два ремешка. Один чисто кожа 24, а другой у нас резиновый ремешок. Каучуковый или как, я забыл, в общем, не суть. Бутафорная кнопка, это огромный минус, зеркальная полировка, но, по-честному сказать, она, вот видите, уже немного поцарапалась, поэтому вот как-то так. Ну, бутафорная кнопка, это нехорошо. Это говорит о том, что бренд себя не уважает, тем более 100 метров под водой. Я не знаю, держит она 100 метров, не держит, но крышка добротная, крышка тяжелая, часы очень тяжелые, вот из этих всех они самые тяжелые. Завинчивающаяся головочка. Да, у нас тут два положения головки. Есть автоподзавод. Кстати, тут Сиагал механизм. Какой, я уже не помню. Но Сиагал. Игру. Ну, нормальный механизм. Ротор ходит хорошо. Сколько он держит, я без понятия пока не проверял. Вот, надо будет проверить, кстати. Заряда тут не видно, есть секундная стрелка, это Panerai Luminore, копия 1:1. Есть дата, циклоп есть, но он так до одного места. И, в принципе, красивые стрелочки, все нормально. Люмицент здесь швейцарский, лучше, чем у этих. И такой безель. Звук безеля тоже очень прикольный. Но безель сам по себе хуже, чем здесь. Почему? Потому что иногда, мне кажется, он подзаедает. Очень сложно крутить одной рукой. Вот. Вот такие преимущества и недостатки. По качеству они немного уступают Pagani дизайн. Pagani дизайн. Запас хода 42-45 часов. Проверено. Хотя механизм тут у нас типа собственный Сиагал, там и Кал какой-то. Название, конечно. Нет, тут механизм, извиняюсь, не Сиагал, а скорее всего Сейка, но ротор, видимо, от Пагани. Возможно, это какой-то неизвестный Сейка. Я не знаю, что это за механизм. Официально Кал там какой-то. 2.10, что-то такое. Тут безель. Красивый, безель хороший, крутится легко и громко. Есть секундная, секундный дисплейчик. И что мне нравится, тут есть дисплей заряда, да, на 44 часа. Люмицент обычный, не швейцарский. Что горит, что не горит, быстро он себя расходует очень быстро. Вы сейчас ничего не увидите. Синенький дисплейчик, никак не переливается. 22 ширина ремешка, ремешок тут очень плохой. Хватит его ненадолго, но это можно менять. Сатинированный безель. Не знаю зачем, он там все равно не поцарапается. И что у нас? И вот такая у нас тоже сатинированная. Продолжение нашего ремешка, тоже сатинированная. Автоподзавод, ручной подзавод. Ну и на безеле вы видите обозначение 30-45. Выпуклый у нас люмицент. Отвалится, не отвалится, без понятия, но вроде пока никогда не было, пробовать не будем. Безель имеет небольшой люфт, вперед, назад даже видим, да, я уже не говорю про право-лево. Это если так к ним уже приставать. Так, ну и другие, моделька это у нас тут сзади есть модельки. Я уже говорил, им нужно поработать над названиями. PD1767, это тоже Panerai, не Luminor, я не помню какой из, ну, в общем, можете на официальный сайт зайти, посмотреть, я об этом уже говорил. Тут у нас, тут если 41, да, диаметр корпуса, то здесь 44 вроде бы. Он достаточно больше, безель тут по-другому шумит, тут безель полностью металлический, как и тут, тут безель с керамической вставкой, и тут, видим, на керамической вставке уже напечатаны числа 15, 30, 40. Тут они были такие заклепочки. Тут тоже. Ремешок здесь кожа. Шикарная кожа. Нато сверху. Тут вставка кожаная. И снизу тоже добротная наклейка кожи. Ремешок тут хороший. Тоже Pagani дизайн. Они здоровые. Они реально здоровые. Механизм тут у нас Seiko 4R оригинальный идет. Но под суббрендом TMI. И поэтому тут пишется механизм NH39A.
даже пишется 24, 24 камня, на тех механизмов этого всего не писалось. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Там механизм тоже вроде не писалось. 24, 200 метров. Тут у нас скелетон, дисплейчик. Это, мне кажется, никакой не Хамаш, это модель чисто Панрай. Ой, Панрай, Пагани дизайн. Скелетон, дисплейчик день-ночь показывает часы, верхний дисплейчик, секундная стрелка у нас длинная, с люминесцентом, ну и все остальное, как обычно. Вот. По корпусу сатинирования тут практически нет. Ну, вот так вот, тоже где-то 41 час держит. Вот такие несколько вариантов. Напоминаю, если хотите их заказать в Украине, проверенные, протестированные, я вам описал все как есть, хорошие часы. Тут, кстати, безель сделан лучше, люфт только есть вправо-влево. Но для этой цены это нормально. Тут безель вообще заедает. Тут такой дольчик, всем здоровочка, не болейте, не тупейте, пока.